Вы любите шаверму? Может быть, бургеры? Наверное, и хот-доги. Но такая еда дико скучная. В разных уголках нашей планеты едят совершенно невероятные блюда. Если вы будете в этих странах, обязательно попробуйте эту крутую уличную еду. Поехали! Мороженое в рожке можно найти в каждой стране, но только в Южной Корее рожки такой странной формы. Они сделаны из хрустящей сладкой кукурузы и вполне съедобны. Рожок имеет два конца, и в разные концы трубочки заливают обычно разное мороженое. Такой рожок делает обычное мороженое просто мега вкусным и необычным. А из-за размера еще и получается очень сытно. Ставь лайк, если бы хотел попробовать. Судя по всему, индийцы очень щедры, им не жалко предложить вам яичницу из двух или даже трех десятков яиц. А еще они щедро заправят ее мясом, луком и приправами. Такую пока ждать будешь, весь слюнями истечешь, а по желанию готовую яичницу еще в лаваш могут завернуть и сыром посыпать. Самое интересное, что готовят такое только для туристов, сами индийцы едят обычно гораздо меньше. Итальянцы не ограничиваются маленькими забегаловками. Зачем, когда есть целая улица, чтобы пожарить свиных ребрышек? Один такую огромную порцию ты точно не съешь, но при желании тебе еще и пасту в сливочно-сырном соусе приготовят. А если вовремя прийти, то тебе еще и научат жарить огромные ребра самыми правильными и вкусными способами. А в Лондоне на улицах готовят целого поросенка. Сразу сочное мясо, восхитительные приправы и специи, а также любой кусок любого размера. Пока поросенок готовится, можно перекусить свежайшими булочками с пивом или знаменитым английским чаем. Кроме того, можно попросить сделать из свежеотрезанного куска шаурму или бургер. Испанцы очень любят традиционную еду и готовят ее везде, в том числе и на улицах. В центре Мадрида очень популярно традиционное блюдо паэлья. Здесь вы можете купить самую большую тарелку еды в мире. Две огроменных сковородки, рассчитанные всего на 2-3 порции. Одна такая весит в среднем около килограмма. Тут иногда даже конкурс проводят, в кого больше влезет. Итальянцы совместили гарниры мяса в одну огромную котлету. Основа котлеты – вареный рис, а начинку можно выбрать на свой вкус – мясо, фасоль или сыр. Даже что-нибудь сладкое можно положить. Потом котлету жарят во фритюре и по желанию заворачивают лаваш. Готовая продукция меньше полукилограмма считается маленькой, а вес такой нормальной котлеты – порядка 600 грамм. В Лондоне есть место, где на открытом огне готовят самые большие стейки среди точек уличного питания. Только приправы и огроменный кусок сочного и в меру жирного мяса. Любая степень прожарки на ваш вкус и куча соусов вдобавок. Для ценителей есть мясо на кости и различные мясные обрезки. Но если ты совсем гурман, то недалеко есть винный магазин, где уже знают, какой напиток идеально подойдет к этому мясу. Говорят, мясо крокодила очень нежное и вкусное. Я лично не проверял, найти его довольно сложно, но только не во Вьетнаме. Здесь этих крокодилов даже на улице жарят. Сначала тушка хорошенько прожаривается на гриле, потом ее разделывают и делают острый мясной суп с лапшой, перепелиными яйцами и овощами. За день съедается где-то 3-4 средних крокодила. А вот щедрые тайванцы приготовят вам во фритюре целую тушку курицы. Из нее вытащат самые большие косточки и особым образом расплющат. Получается такой толстый блин полностью из курицы. Как говорят люди, есть такую огромную порцию довольно удобно за счет оставшихся косточек. Рукастые азиаты даже из обычной сахарной ваты могут сделать произведение искусства. Этот китаец, например, делает из ваты огромные разноцветные цветы, а другие клепают миньонов и слонов. Девушки наверняка оценят больше такой презент, нежели букет каких-нибудь роз. Ставь лайк, если ты истекал слюнями во время просмотра. Блин, я тоже.